разумная модель для выступления на сцене. В этом видео распаковываем наушники Sennheiser IE4, что в комплекте — наушники и сменные амбушюры. Это скромные по размерам внутриканальные наушники симметричной формы. Если перепутать наушники, то вы даже этого не почувствуете. Как и с любой другой внутриканальной моделью, тут стоит попробовать все комплектные амбушюры, чтобы добиться максимально комфортной посадки. У этой модели нет пульта управления с микрофоном. Все потому, что эти наушники предназначены для персонального мониторинга. Он заключается в прослушивании своего голоса при выступлении на сцене. Так певец сможет лучше контролировать вокал. Тут максимально простой кабель на 1,4 метра с Г-образным коннектором 3,5 мм. Подведем итоги. Это модель для персонального мониторинга начального уровня, которую распробовали любители мощных плееров и музыки в несжатых форматах. Если вам нужна регулировка громкости или микрофон, то присмотритесь к другим моделям.